подводим. Что это? Это суперклад. Открывай. Ну что это внутри? Давай сейчас откроем. Точно, почти. Молодец, ты угадал. Как открыть? Точно. В почте есть суперклад. Там пришло, Лёша, читай. Суперклад. Открывай. Переворачивай. Что написано? Хочешь найти настоящий суперклад? Тогда ищи подсказки, они приведут тебя к очень ценному и интересному суперклад. Найди место из Божьей. Изображённое. На картине там лежит первая подсказка. Точно, это только картина. Давай, где? Бежи. Бежим. Там давай. О, а я нашел там. Что это? Там что? Давай, мама, подержи. А? Закрывай. А я там еще не нашел. Ну, что написано? Отлично! Ты нашел первую подсказку. Подсказка номер два. Тут! А, точно! Идем и скажем. Как это еще? Давай, идем. Стой, Лешка! Стой, ты куда побежал? Ищи! Где? Точно, я здесь нашел. О, я нашел. Замечательно. Ты еще на шаг ближе к суперклад. Ищи подсказку третью. Точно, здесь. Где там? О, а я нашел здесь. На. Круто. Вперед за подсказкой 04. Точно, беда. Давай, давай. А я уже нашел. Молодец. Осталось еще немного. Подсказка 05 здесь. Точно. Там внутри. Где там лежит? Давай вверху посмотрим. Алёша. О, точно, я только. Я нашел. Отлично. Ты уже близко. Иди за подсказкой 06. Номер 6. Давай искать, где там. Где-то. О, а это же точно. Так. Суперклад ждет тебя. Ищи подсказку 07. А, точно, это здесь. Теперь, если
На, пап. Давай. Еще вот. Великолепно. Осталось всего один шаг. Найди подсказку номер 8. Надо... Где там лежит? Смотри. Сейчас думай. Там лесу. Идем. Может, где-то в том? Посмотри. Что? Я думаю, что... Что там нарисовано? То это эту. Два дерева маленьких. Лёшка, смотри. Два дерева маленьких. Точно. Я нашёл здесь. Да. Точно, я думаю, нашёл. Ну-ка. Суперклад, ты нашёл его. Бери. Лопатку. Копай тут. Точно, это копать надо. А где? Ты нашел место? Где это? Это я не знаю. Я сейчас думаю. Что там нарисовано? Там, ну, клад надо копать здесь. Так, а рядом что? Большое дерево. Большое дерево? А где самое большое дерево у нас на участке? Где-то возле самого большого дерева. Давай. Какое большое дерево у нас? Самое большое дерево. Иди сюда, Лёшка. Лёша? Какое самое большое у нас дерево? Самое только. Да. Ёлка большая у нас. Где? Ёлка большая. Вот, ну-ка. Посмотри на картинку и посмотри, где копать. Где можно копать? Ну-ка. Где-то тут за кровью. Вот так далеко. Давай. Куда копать? А где? Посмотри, где крестик. Крестик? Да. Вот. Ну-ка, посмотри на картинку внимательно. На, смотри, как мы можем. Да. Крестик. И... Где у нас? Вот. Вот, это где? Может, здесь? Здесь камень. Нет, прямо возле, смотри, вот это растение, а вот крестик где-то вот тут, наверное. Ну, давай копать. Ну, давай копай. Копай, копай. Так, копай. Может, здесь? Ну-ка, еще. Еще. Леша уже копает клад. Давай. Да, там есть крестик. Ага. Ну? Еще. Так, надо еще. Вот так. Еще выкапывай вот здесь, да. Надо глубже копать. Ой, что там? О, нашел. Где-то нашел. Ну-ка, да. Доставай. Это корень тоже. Это корень. С другой стороны от корня. Вот здесь покопай. Вот здесь, да. Ну-ка. Вот это да. Вот это да. Ты нашел. Клад. Ты нашел клад. Открывай. Открывай. Давай лопату. Что тут есть? Там есть. Открывай. Давай открываю, что это внутри. А? Что там внутри? А, монета! А еще? Почитай, что тут сейчас написано. Там написано. Вот, смотри. Билет Одессы 8 июля, Алексей Лапин. Что это там билет? Внутри? Это билет в Одессу. Смотри. Это билет? Это настоящий билет в Одессу. Точно. Ты видел? Ага. А еще смотри, что... А что тут еще? Еще? Там есть монетка. А еще? И бумажная. Что это? Что бумажное? Бумажный денежек. А сколько? 20 евро. И это все ты нашел клад? Да. Если подписывайся на канал, ставь лайк. Если пока, пока. Напишите комментарии.